То, что происходит на Западе, это просто самоубийство цивилизации. И если это самоубийство не будет предотвращено, ну, хотя бы на вот территории не западного мира, да, не того мира, который контролируется англосаксами, то вся планета совершит самоубийство. Понимаете? И это идет, ну, наверное, по всем направлениям. Да? Это и наркотики, это и вот это, как по-русски говорить, LGBTQ+. Да? Вы представляете, сейчас в американских школах преподают, да, первокурсникам, 6-7-летним первоклассникам, да, что оказывается есть 72 пола. Не просто, например, там такие там геи как бы нормальные, а 72 пола.